Всех приветствую на моем канале. Добро пожаловать! Рада каждому подписчику, рада, что вы остаетесь на моем канале. Сегодня хочу показать рецепт вкусных чебуреков. Давайте приготовим. Нам понадобится мука. Количество ингредиентов я укажу ниже под описанием. Далее добавляем к муке соль. Одну чайную ложку, можно побольше немного. Затем растительное масло. И прям хороший кипяток. Прям как чайник закипит, сразу наливаем кипяток. Будьте осторожны с кипятком. И все. Нужно замесить тесто. Сперва лопаткой, потом можно будет рукой. Нужно хорошенько вымесить. Вот такое тесто у нас получается. Затем обязательно нужно ему дать остыть до полного остывания, затем дать ему отдохнуть максимум 30-40 минут. Убираем его в пакет. Даем отдыхать. Для чебуреков нам понадобится фарш, лук мелко нарубленный и чеснок. Посолим. Немного воды. И немного растительного масла. Все, начинка готова. Тесто наше отдохнуло. Чем дольше тесто стоит, тем оно получается вот таким вот эластичным, мягким. Все, теперь формируем наши чебуреки. Жарить на растительном масле. Масло разогреваем и жарим чебуреки. Так вот нужно желательно вот так стоять и наливать вот маслом на них. Тогда у вас вот видите, пузырьки получаются. Такого количества ингредиентов у нас получается столько чебуреков. Чебуреки получаются сочные, хрустящие, вкусные. Всем большое спасибо, что остались со мной и досмотрели видео до конца. Всем желаю крепкого здоровья.